Вот, наверное. Сейчас вообще народу практически не будет. Видишь, все спят, брашки. И поэтому надо знать, когда заходить. Сразу хочется. Стоит Игорь. Ой, это Игорь. Макс, ну с работы. Такая же трансляция. Игорь, ты что не спишь? И, короче, такая же трансляция вниз. Ты кому рассказал? Говорит, тебе. Игорь, ты почему еще не спишь? А я тебе вот специальный Times Square. Кто-то заходит еще. Да, уже заходит. Вот, решил днем на Times Square зайти. Спою? Что ты споешь? Походу, ты спишь. Спою. Спросонья. Смотрите, видите, луна? Хороший человек. Спит. И спит и поет. Нет, спит и следит за тобой сразу. Да-да-да. Видишь, луна? Да-да. Вот, короче, он Times Square. Пойдем, пойдем. Ты говорил, что Russia спит. I don't know. Что там он мне написал? Bonjour, Франция. Франция, hello. Вот сейчас, он был. Я что-то умел по-французски. J'apprends, bonjour, j'ai pas promis. Ну-ка, j'apprends, bonjour, j'ai pas promis. Как его свет, короче, на другом. Вот. Вот так тут, короче, днем на Times Square. Ну, как днем? Ну, ближе к вечеру, да, уже темнеет. Вот такая тут красота, вот такая реклама. Давайте, ставьте сердечки за красоту. А что ты сказал по-французски? Что ты по-французски сказал? Я не Привет, привет. О. Вот так, такие тут ступеньки крутые. Поднимаешься, они подсвечиваются красным. Что там за мероприятие? Это просто обычное состояние Times Square. Вон Игорюха вам привет передает. Тут так всегда. Сегодня мало народу, да? Ну сейчас просто светло, обычно когда темно. Hi from Mexico. Mexico, hi. Hi, Maya. Hi, Julia. Julia. 3.5 месяца. 4 почти что. Вот, короче, вот я вам трансляю. Это Игорь. Игорь пьяный. Мы пиво продали, а мне не продали, потому что права с собой не взял. Hi from Dubai, Dubai ham. Hi. Вот она, короче. Вот он. Нью-Йорк. Учусь и работаю. Уезжаю в понедельник следующий. Вот вам, короче, вот вам. Там Times Square. Все, заканчиваем трансляцию. Finish translation. Давайте сердечки, и мы заканчиваем. Бля, какой-то колбасит, рука трясется, камера трясется, замерз. Сейчас, знаешь, еще хочу быстренько